Еще одна важная информация. Люди, впервые ставшие родителями в 2018 году, могут получить ежемесячное пособие. В Щелковском районе более 20 семей уже воспользовались социальными выплатами. Об этом рассказала начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Выплата будет производиться семьям, чей средний душевой доход, то есть общий достаток, поделенный на число членов семьи, не превышает 19 719 рублей. Данная выплата ежемесячная в размере 11 500 рублей. За данной выплатой могут обратиться граждане Российской Федерации, проживающие на территории Московской области. Чтобы получить выплату, родителям необходимо подать заявление в ближайшее МФЦ либо Щелковское управление социальной защиты населения, предоставив необходимый пакет документов. Также Жанна Пеняева напомнила, что уже сейчас многодетные семьи могут обратиться за компенсацией затрат на школьную форму. Ежегодная выплата составляет 3000 рублей. В этом году стало еще удобнее подавать заявление, потому что те, кто имеют регистрацию на портале государственных услуг, они могут подать заявление через портал госуслуг. То есть не надо приходить даже в управление соцзащиты для того, чтобы сдать данное заявление. Особо обращаю внимание родителей, чьи дети учатся в 9 и 11 классах, так как их учебный год заканчивается в мае, то просим ускорить процесс получения справки и подачи заявления на школьную форму.